Если вы решили приобрести диван, то вам необходимо знать, какая мебельная ткань подойдет для него. Один из разновидностей мебельных тканей называется мебельный велюр. Слово «велюр» в переводе с латинского означает «мохнатый». Это богатая ткань с пушистым толстым ворсом, очень богатая и роскошная. Диваны из велюров великолепно смотрятся в гостиных и спальнях. Велюр – это деликатная ткань и требует особого ухода – чистка пылесосом или химчистка. Технология не стоит на месте, и следующий вид ткани – это микровелюры. Микровелюры отличаются большой цветовой гаммой, относительно недорогой ценой. Микровелюры используются на сиденье дивана. А велюр используется в основном в декоративных элементах, таких как подушки, покрывала, накидки. Велюры могут быть как набивные, так и однотонные. Отличается велюр повышенной мягкостью, теплотой восприятия, хорошей цветовой гаммой. Очень легко за велюром ухаживать. Мыльный раствор и сухая чистка. Еще один вид мебельных тканей – это всеми любимые флоки. Чем они хороши? Флоки могут быть набивные, флоки могут быть однотонные. Вот. Основное достоинство флоков, конечно же, это повышенная износостойкость. Очень мягкая и бархатистая поверхность тканей. Очень легкий уход, антикоготь, богатая цветовая гамма. Ну, про флоки очень много можно рассказывать. Ну, единственный недостаток на сегодняшний день – это достаточно дорогая цена. В категории флоков появилась умная ткань. Хочу рассказать о ней поподробнее. Это тот же самый флок, называется еще дабл флок. У него двойная структура. У него защитное покрытие акваклир, это защита от воды. Антикоготь, дальше антистатический эффект и повышенная износостойкость материала. 60 тысяч по Мартиндейлу. Эта ткань будет служить вам порядка 8-10 лет. Один из самых красивых видов мебельных тканей – это жаккарды. Жаккарды отличаются изысканностью, красотой. У них очень сложное переплетение мебельных нитей, очень дорогая колористика. Как правило, жаккарды используются на декоративные элементы. Покупатели часто приобретают эту ткань для украшения своего интерьера, а именно для покрывал, штор. Очень практичный вид мебельных тканей – это шинилы. Слово «шинил» в переводе с греческого означает «гусеница». Это переплетение нитей с добавлением натурального волокна. Очень практичная ткань, как правило, натуральных цветов, с красивым дорогим орнаментом. Шинил используется как для декоративных элементов, так и для несущих частей дивана. Посмотрите, как великолепно смотрится шинил в этом диване. Но не забывайте, что из какой бы ткани вы ни выбрали диван, на него необходимо присесть. Сами производим, сами продаем. Большой выбор диванов от производителя на Маховой 7, Челябинск, фабрика мебели «Бора».